Коэраси! Сигурд, я не знаю, что сказать. Все это так странно. Просто верь, Эйва. Это место священно. А что там дальше? Дальше чертог павших и золотые поля. И Вальгалла. Это устройство. Его создали дверги? Работа прекрасная, это точно. Не думаю, что Гуннар смог бы повторить ее. Эта пещера так глубока и полна магии. Смотри, древо! Древо жизни! Что это? Как оно великолепно! Как прекрасен его свет! Вот откуда тянутся все корни жизни! Каждый скальд мечтает увидеть такое. Это еще не все. Клянусь всеми именами Всеотца, это лишь малая часть того, что я могу показать. В видениях я шел дальше, в чертог Одина. Там, ты чувствуешь? Священная сила. Я никогда такого не видела. Это наше место. Оно откроется нам. Ты сама увидишь. Откуда ты знаешь? Это было в видениях? Не только это. Эйвор, за мной! Да, я начинаю вспоминать. Святилище можно пробудить с помощью сферы. Эти сияющие ветви. Они откроют нам дверь в убежище богов. В Вальгаллу. Ты готова? Сигурд, осторожно. Нам не стоит играть с орудиями богов. Говори за себя, Эйвор. Я не простой смертный. Теперь я вижу. Я знаю. Встань вон туда, в центр, и ты все увидишь. Что это за место? Это ты! Эй, Дрэн! Здравствуй! Хави идет, чтобы вести нас к победе! Веди нас к славе, Хави! Мы пойдем за тобой, Хави! Мочи мне губы рогом, полным меда, брат! Пьем для силы! Бьемся за славу!
Эйвер, Тюр сказал, ты придешь. Здравствуй. Ты же мать Валки, верно? Свала? У тебя острый глаз, сестра Волка. Наконец-то, Эйвор. Мы добрались. Поднимем же рок вместе с Фрейей и споем песнь победы. Сигурд, что произошло? У тебя снова две руки, и ты полон сил. Вечная слава, Эйвор. Мы будем пировать в чертоге павших. Наконец-то. О, великая радость. Это... Все это так прекрасно. Твои видения. Ты был прав. Рок зовет в битву! Идем, Тюр! Пора в бой! Вместе с нами! Иди, Эйвор, потешь сердце. Ты заслужила место здесь. Невероятно. Хватит биться с мухами! Сразись со мной! Мы не бились прежде. И не сдерживай себя! Здесь нам нечего бояться! Лей вечную кровь Вальгаллы! Наконец-то против меня будет настоящий... Брат! Не бойся, Эйвор! Здесь получают не шрамы, а мудрость битвы. А сегодня все. Что это было? Веди нас к славе, Хави! Мы пойдем за тобой, Хави! Смочи мне губы рогом, полным меда, брат! Сигурд, твоя рука отросла. Она и не исчезала. Не на самом деле. Здесь все приходящее, Эйвор. Все, кроме отваги и чести воинов Вальгаллы. Неужели мы здесь бессмертны? Давай-ка проверим это. Новый день. Хорошо обращайтесь с тобой. Оттяпано начисто. Ты снова лишился руки. И снова обрету ее. Отец, это ты?
не мог быть мой отец. Скай! Скоул! Возьми рог и осуши в честь битвы. Нравится ли тебе здесь мой скальд? Мой певец кровавой битвы! Это невероятное место. Осуши же рог, Эйвор. В чем дело? Мой отец, Марин, ты видела его здесь? Нет. А должен ли он быть здесь? Нет, он погиб как трус. Но я его видела, клянусь Одином. Оставь все заботы, ты ведь в Вальгалле. Мы заслужили покой и радость. Наш путь завершен. Ты был здесь, отец. Где же ты? Покажись. Мы пойдем за тобой, Хави. Не проходил ли здесь Варин? Кто? Варин, мой отец. Вчерашний. Варин! Отец! Где же? Еще раз потеряю руку, забью ей кого-нибудь. Тебе это не надоело? Вовсе нет. Постой, отец. Эйвор, к тебе гости. Надо было постучать. Глупости! Я кое-кого привел. Вот. Эйвор, это ты. Тебе удалось стать великим воином. Как же я горжусь тобой. Как ты здесь оказался? Ты ведь помнишь нашу битву? Помнишь, как мы сражались бок о бок? Твоя мать и ты, и Сигурд, и оба наших клана. Мы сражались, а ты нет. Ты погиб как трус. Эйвор, радуйся. Твой отец вернулся. Где же твоя любовь к жизни? Это был не мой отец. Это обман. Не обман, а мой подарок тебе. У меня есть сила. Я могу делать, что хочу. Тебе хотелось увидеть отца, я тебе помог. Это было так просто. По законам Одина, отца здесь быть не должно. А значит, и видеть мне его незачем.
Твой отец погиб, надеясь спасти тебя. Он защищал тебя и свой клан. Нет, он... Мы дошли до конца пути, Эйвор. Это золотые поля Вальгаллы. Идем. Битва зовет. Как все это возможно? Как приносит сюда павших? Это ведомо лишь валькириям. Нет, нет, не могу поверить. Здесь все не так. Не отчаивайся, Эйвор. Смотри, вокруг друзья. Все, чего можно пожелать перед тобою. Нет, это обман. Здесь все. Это место может стать, чем пожелаешь, Эйвор. Я не хочу. Только не так. Предпочтешь обречь себя на пустую смерть? Весь здешний восторг — обычный морок. Лучше каркать, как ворон, чем петь фальшиво. Морок или нет, но здесь нет смерти, боли, потерь, предательства, как есть там, в мире. А ты хочешь? Хочешь жить во лжи? Я старуха, и тело мое разбито. Мои дни были сочтены. Так что я попрощалась с Валкой и пришла сюда. Я понимаю, Свала, но это не для меня. Поищу Сигурда. Это рука! Сигурд, это наваждение. Обман. Давай уйдем и вернемся в Англию. Наши люди ждут. Нет, в том мире я никто. А здесь все иначе. Я наделен силой Бога. Здесь я могу жить вечно. И меня не ждет смерть. Смерть ждет всех. Скот, людей и тебя. Лишь доброе имя того, кто умер, остается жить вечно. Здесь ты его себе не заслужишь. А там еще не поздно. Каждый день бессмысленные битвы и пустые победы. Кровь со вкусом воды и запахом травы. Ты видел подлинные битвы и славу. Но здесь все ложь, и ты это знаешь. Брат, нам пора уходить. Мне суждено повсюду следовать за тобой. До конца моих дней? Ладно. Пойдем. Нет, останьтесь. Я запрещаю вам уходить. Thank you.
Зачем уходить? Ты разве не жаждала славы? Побеседуем. Это честь говорить с тобой, Эйвор. Твое имя — песня, которую воины будут петь вечно. Ты сестра волка. Даже на пороге смерти ты не желала сдаваться. Обогряла целые страны вином воронов. Ты убивала одних королей и короновала других по своей воле. Ты твердо стояла на ногах и помогала брату, когда он оступался. Немало великих пало от твоей руки. Ты заслужила награду, Эйвор. Так бери. С дороги. Мои люди ждут. Я дал тебе все, чего ты хотела. Все, что тебе нужно. Не ты мне это дал. Я сама взяла. Я расчищал тебе путь, направлял твой топор. Ты как муха жужжал по духам. Не смей отвергать меня. Все, во что ты верила, прямо перед тобой. Но ты сомневаешься. Даже в воле богов. Сражайся. Не запятнай свою честь. Твой честь мертвых всего лишь сон. Всего лишь сон? Но сны — это тоже часть действительности. Они вдохновляют. Они внушают нам страх. Они толкают нас к самым вершинам славы. Что ж, мне пора проснуться.
со мной! Возьми это. Возьми свой топор! Какая трусость! Прямо как твой отец! И сразись со мной, ты ничтожный Трелл! Если уйдешь сейчас, ты ничто! Я могу дать тебе силу, мудрость, славу! Что еще тебе нужно? Все остальное... Сигурд, где ты? Ты со мной? Сигурд! А, повешенная очнулась. И снова стоит на земле. Эйвар, осторожно! Басим, что это значит? Подойди, Эйвар. Дай мне на тебя посмотреть. Оставь его, Басим! Я слишком долго смотрел на солнце, ослеп и не смог увидеть, что это ты. Это ты была мне нужна. Ты следил за нами? Прятался в кустах, точно трусливый лис? Это ты обездолила мою судьбу. Лишила меня надежд. Он безумен. Пусть замолчит! Ну же, Эйвор. Спасай своего подбитого вороненка! Ты ранен? Не волнуйся! Иди! Убей его! И будешь страдать тысячу раз сильнее, чем я! Но почему? Мой сын, Эйвор! Помнишь моего сына? Что за вздор, Басим? В Англии. Глубже, Эйвор! Загляни в глубины своей памяти! Ты... Сколько веков я ждал этого мгновения! Хватит болтать! Я жажду твоей крови! Покажи шею! Ну же! Ха-ха-ха-ха-ха! Моя награда досталась волку! Конечно!
Восстань! Мой сын страдал напрасно! Ты говоришь вздор, так словно ты пьян. Если ты все решил, пусть будет так. Сделаем бой интереснее. Пусть Сигурд присоединится. Трус, вернись! Сразись со мной! Осторожней, Сигурд! Сигурд, берегись! Он приближается! Клятва, преступник! Умри! Мне это не по душе, справедливый. Ты добр, но плохо выбираешь союзников. Я твоя награда, Басим. Давай! Это точно! Когда ж ты умрешь? Не здесь! Не сейчас! Замышлял свое предательство. Боюсь гадать. Боги! Неужели меня всю жизнь будут преследовать кровожадные предатели? Этому нет конца. Ты хочешь мне что-то сказать? Так скажи. Мне нужно... Его ярость и гнев. Они мне знакомы, но... не помню откуда. Он был не в себе, Сигурд. Во всем этом нет смысла. Забудь о нем. Я не безумен, Эйвор. То, что я ощущаю,
Это настоящее. Я знаю, брат. Теперь уж точно. Это всегда было так. Нам пора возвращаться домой. Путь будет долгий, моя ранена. Домой. Эйвор, по пути сюда я много размышлял. Обо всех радостях и горестях нашей дружбы. Я изменился. И больше не могу быть ярлом нашего клана. Настал твой черед. Ты серьезно? Когда Даг бросил тебе вызов, ты позволила ему умереть с честью, несмотря на предательство. Он верил в то, что делал. Я это уважаю. Помню тот день в Оксенфордшире, когда мы искали камень Саг. Ты была со мной не согласна, но не ослушалась. Ты сомневалась в моих целях, но не пошла против меня. Я восхищаюсь тем, как ты вела нас из Норвегии в Англию. Держала мой гнев в узде, не давала отвлечься. Трудное было время. Пока я блуждал в тумане смятения, ты проявила большую мудрость и силу. Куда ты, Эйвор? Туда и я. И ты поведешь наш клан. Спасибо, брат. Я не подведу тебя. Тебя что-то тревожит. Однажды, еще до Англии, мне было видение о том, что я совершу предательство, что предам тебя. Я не поверила в это. Я бы не сделала ничего подобного. Но за эти годы я отняла у тебя мечты об Англии, о Вальгале. Если я провинилась перед тобой, брат, я все исправлю. Мы не в силах изменить судьбу, Эйвор. Все решено за нас с самого рождения. Сетовать на судьбу — это как сражаться с океаном. Бессмысленно. Мы два потрепанных ворона. Вместе сложили свою сагу. Сказание на века. Бека, я выхожу. Аккуратно. Смотрели видеопоток? Что это было? Похоже на решение нашей проблемы. Думаешь о том же, о чем и я? Дезмонд. Дезмонд? Не поняла. До нашей встречи он был барменом. Даже не слишком хорошим. А потом осознал свое предназначение. Он был чем-то вроде... Не знаю, вроде сингулярности, точки схождения. Словно вся история человечества сошлась на нем. В 2012 году мощная вспышка на Солнце едва не уничтожила жизнь на Земле. Помню, я тогда работала в Абстерго. Дезмонд с этим справился, нашел способ нас спасти. Абстерго заявила, что это сделали они с помощью каких-то спутников. Чепуха, это Дезмонд. Щелкнул выключателем и спас мир. Но оставил включенным. Магнитное поле продолжает усиливаться с каждым днем. Храм, найденный Эйвор. Источник находится там. Именно. И вот уже 8 лет он становится все сильнее. Теперь он опасен. Температура, излучение. Неважно. Нужно все исправить. Отключить его. Нет-нет, замедлить. Ведь он нас защищает. Теперь я начинаю понимать. Все, что я сделала,
Все, чему научилась, все ради этого момента. Тебе понадобится жезл для защиты. Или ты не пройдешь через первые врата? Да, конечно. Ладно. Я готова. Ладно, приготовлю фургон. Свяжусь с кораблем. Он должен быть в Бостонской бухте завтра к вечеру. Спасибо, Бекка.